индикатор для бинарных опционов Макка – это авторский стрелочный индикатор, который можно считать универсальным, потому что он дает сигналы на любом таймфрейме и любом торговом активе, а также помечает стрелочки подписями «buy» или «sell», что удобно для новичков. Строится данный индикатор по волатильности, и, по словам автора, его точность достигает 65-70%. Индикатор Макка является платным, и его цена составляет $29.90, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать абсолютно бесплатно. Индикатор устанавливается в терминал MetaTrader 4 стандартно, а кто еще не знает, как это делать, ищите ссылки на обучающие материалы в описании под видео. Алгоритм индикатора Макка основан на индикаторе ATR, который в свою очередь измеряет волатильность рынка и является стандартным индикатором в терминале MetaTrader 4. И в настройках вы можете настроить фильтры сигналов, чувствительность индикатора и создать индивидуальный набор настроек в зависимости от вашего стиля торговли, активов, таймфреймов и состояния рынка. Рассмотрим основные настройки индикатора. Source. Данная переменная позволяет выбрать тип построения, который может быть по закрытию, открытию, медиане свечи или другими способами. ATR Timer. Эта переменная позволяет выставлять диагноз по времени для построения. То есть, если период указан 14, то строится индикатор будет по 14 последним барам на графике. ATR Multiplier. Эта переменная регулирует чувствительность сигналов индикатора, и если ее уменьшить, то можно получить намного больше сигналов на графике. Reactor 0.1. Данная переменная также влияет на количество сигналов, но лучше использовать предыдущий параметр. Цвет сигналов можно выбрать в последнем пункте настроек индикатора. Также в индикаторе имеются настройки алертов, которые позволяют получать уведомления о сигналах на вашем ПК или мобильном устройстве. Правила торговли по индикатору Макка для бинарных опционов. Торговать бинарными опционами при помощи индикатора Макка достаточно просто. Нужно всего лишь дождаться сигнала индикатора о входе в сделку. После появления синей стрелки вверх «Buy» можно покупать опцион «Call». А если же мы видим красную стрелку вниз «Sell», то нужно покупать опцион «Put». Рекомендуемые таймфреймы 5 минут, 15 и 30 минут. Экспирация 5 свечей. Обратите внимание, что открывать сделку нужно только после того, как свеча с сигналом закроется, а не сразу же, после того, как появился сигнал. Это простое правило поможет вам не совершить ошибку и избежать убытков. Также стоит отметить, что данный индикатор отлично прогнозирует флэт. Если на графике с небольшим промежутком времени часто появляются сигналы buy и sell, а ниже call и put, можно точно сказать, что по данному активу началось боковое движение. Заключение. Индикатор Макка дает возможность проверить прибыльные сделки на истории и работает на всех валютных парах и таймфреймах, а также не перерисовывает сигналы и показывает хороший процент прибыльных сделок. Индикатор Макка подходит как для профессионалов, так и для начинающих трейдеров из-за своей простоты и понятного рабочего алгоритма. Тем не менее, соблюдение правил мани-менеджмента и риск-менеджмента здесь обязательно, как и при использовании любой другой стратегии или индикатора в торговле бинарными опционами. Интересные ссылки на статьи по этому поводу ищите в описании под видео. Мы настоятельно рекомендуем тестировать работу индикатора самостоятельно и экспериментировать с правилами торговли исключительно на демо-счету, прежде чем использовать его на реальные деньги. А если вы еще не определились с площадкой для таких экспериментов, найти подходящую вам поможет наш рейтинг брокеров бинарных опционов. Ссылку на рейтинг ищите в описании под этим видео. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные и полезные видео для трейдеров из сферы торговли бинарными опционами. Спасибо вам за внимание, успешной торговли!